Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете программу «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Ведущая в студии Ирина Чекунова. Мой собеседник – полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Тверской области Борис Евгеньевич Царицын. Борис Евгеньевич, здравствуйте. Доброго времени суток. Сегодня поговорим о том, какие районы Верхневолжья охватывает система фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где и когда планируется установка новых комплексов. Начнем, наверное, с того, сколько сейчас в Верхневолжье, в столице Верхневолжья установлено камер фото-видеофиксации. Ну, всего на дорогах области у нас функционирует 119 стационарных комплексов административных правонарушений, 12 передвижных комплексов и 5 мобильных комплексов автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений. Борис Евгеньевич, давайте расскажем для тех, кто не знает, что такое тот же самый мобильный и передвижной комплекс, чем они отличаются. Передвижной комплекс – это комплекс, который выставляется, то есть может выставляться вот то, что мы видим на треноге, выставляется в зависимости от изменения состояния аварийности. Мобильный комплекс устанавливается в автомобиле и фиксирует нарушение правил дорожного движения в процессе передвижения контрольного автомобиля, ну, то есть автомобиля, в котором установлен комплекс. Но мобильный и передвижной подразумевают, что их можно перемещать в зависимости от обстановки на дороге. Ну, соответственно, да. И... В зависимости от аварийности, да, если где-то что-то происходит, с утра решается этот вопрос, да, и уже как бы нет... Не с утра он решается, этот вопрос. Мы следим за изменением состояния аварийности на тех либо иных автомобильных дорогах, ну и, соответственно, принимаем решение. Вообще, на выставление передвижных мобильных комплексов ежемесячно разрабатывается график выставления, который утверждается начальником регионального подразделения госавтоинспекции, то есть начальником управления госавтоинспекции, разрабатываю этот график. Я в зависимости от состояния аварийности, ну, то есть учитывая предложение отдела ДПС. То есть это очень сложный процесс. Далее мы его согласовываем с ЦОДД, с людьми, которые выставляют эти комплексы. Ну и, соответственно, ежемесячно график отрабатывается этот. Это ответ тем, кто, наверное, считает, вот стоит машина, там комплекс захотели, передвинули его дальше в процессе часа. Нет, по своему собственному разумению, естественно, никто его не выставляет. Учитывается, в первую очередь, при принятии решения, при выставлении комплекса, учитывается состояние обеспечения безопасности дорожного движения на том или ином участке дороги. То есть, если там есть очаг, мы в качестве меры профилактической выставляем туда комплекс для того, чтобы этот очаг погасить. Соответственно, ну, либо есть еще такое понятие, как потенциально опасные места. Вот. Скажите, вот результат установки этих комплексов, вы итоги вот подводите ежегодно, да, наверное, оправдывают себя такие устройства? Ну, конечно, у нас длительное время уже, будем так говорить, в 80, наверное, процентах мест установки комплекса не фиксируются дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, в результате которых погибли, либо пострадали люди. И нами было подготовлено предложение о передислокации данных комплексов на вновь образовавшиеся. В настоящее время, ну, данное предложение находится в стадии рассмотрения у Главного управления региональной безопасности. Вот, просто нужно понимать, что собственником комплекса является правительство, комплексов является правительство Тверской области. У госавтоинспекции комплексов нет. Есть протокол заседания проектного комитета безопасной и качественной автомобильной дороги, который предъявляет определенные требования для выбора места установки комплекса. То есть выбор места установки комплексов определяет собственник дороги. Далее, на основании имеющихся предложений, он согласовывает место установки уже с региональным подразделением госавтоинспекции. Вот, если госавтоинспекция согласовывает место установки, то, значит, уже с собственником дороги принимаются меры к приобретению данного комплекса, установке и наладке его. Вот. Сам по себе комплекс дорогой, дорогая вещь. Ну да, они дешевые.
Вот на ваш взгляд, если вы сказали, что не фиксируется уже такой вот больших очков аварийности там, где установлен комплекс, это каким-то образом дисциплинирует водителя? Он знает, есть предупреждающие знаки о том, что впереди, внимание, установлена видеокамера, что называется, вас снимают? Ну, естественно, у нас в начале населенного пункта, там, где большинство у нас комплексов стоит в населенных пунктах, там, где установлены комплексы совместно со знаком 5.23.1, используется знак 6.22, автоматизированная фото-видеофиксация, места установки передвижных комплексов, прежде чем, соответственно, согласовать график этот, подписать график, мы проверяем, то есть, наличие дорожных знаков, оповещающих о том, что в данном месте будет производиться знаки передвижная... Да, знаки обязательно, то есть, в соответствии с изменением ГОСТ, знаки такие выставляются в местах установки передвижных комплексов и, ну, и стационарных тоже. Применяется такой способ воздействия дисциплинарного к водителям, как установка так называемых пустышек. Якобы стоит камера, но на самом деле она не снимает и не работает. У нас таких комплексов стоит 27 штук. Это так называемые муляжи-имитаторы. 27 муляжей-имитаторов у нас всего на дорогах Тверской области. На всю область? Да, да. Да. Но на такие пустышки уже знака предупреждающего, что вас снимают, нет? Нет, однозначно ставится и знак 6.22 о том, что фото-видеофиксация ведется. То есть внешне муляж-имитатор, он неотличим от реального комплекса, внешне неотличим. Поэтому, ну, естественно, оказывает психологическое воздействие на водителя, благотворное влияние на обстановку с обеспечением безопасности дорожного движения. Ведь, ну, фото-видеофиксация в условиях дефицита личного состава дорожно-патрульной службы, наверное, является наиболее действенным методом, направленным на профилактику аварийности. Поэтому, ну, вот, нужно учитывать, конечно, это. Процесс установки сложный, нужно много пройти инстанций, чтобы, что называется, закрепить установку того иного комплекса. Тем не менее, к концу этого года планируется установка чего-то нового. В настоящий момент уже на финальной стадии рассмотрения вопроса установки 11 комплексов автоматизированной фото-видеофиксации на дорогах регионального значения и 4 комплексов в областном центре. Пока места, собственно, определяются, ну, то есть я говорю, у нас финальная стадия пока. Как только будут определены, соответственно, дополнительно проанонсируем, где будут у нас стоять комплексы. То есть заранее водители будут предупреждены? Конечно, конечно. Мы, наша деятельность, она открыта. Пожалуйста, можете посмотреть, где стоит комплекс, зайти на сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать Тверскую область и посмотреть. То есть у нас все точки, где выставляются и передвижные комплексы, где находятся стационарные комплексы, они есть все на карте. Пожалуйста, можете посмотреть. И, собственно, мы ни от кого это не скрываем. Это вот к вопросу, если через наш город транзитом или в наш город решил приехать иногородний водитель, он может заранее из своего региона зайти на наш сайт и посмотреть, да, где, что и как. Да, да, да. Включить Яндекс.Навигатор, Яндекс.Приложение, везде есть предупреждение, соответственно, о том, что работает комплекс на конкретном пересечении улично-дорожной сети. Теперь давайте раскроем секрет, какие все-таки административные правонарушения фиксируются этими камерами. И что нового ждать? Спектр нарушений, которые фиксируют комплексы, он очень большой. Ну, 90%, даже, наверное, 95% это все-таки несоблюдение водителями транспортных средств установленного скоростного режима движения для того или иного участка дороги. Также проезд на запрещающий сигнал светофора, соответственно, невыполнение требований остановки перед стоп-линией при включении запрещающего сигнала светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на сторону дороги, предназначенный для встречного движения, нарушение правил остановки стоянки. Ну и, наверное, самое тяжелое нарушение – это непредоставление преимущества движения пешеходам, переходящим проезжую часть, по нерегулированным пешеходным переходам. Вот вы фактически назвали основные причины, по которым у нас происходит авария. Вы знаете, если анализировать дорожно-транспортные происшествия, любое ДТП, оно, наверное, можно констатировать, что происходит в связи с неправильным выбором в конкретной ситуации водителем транспортного средства режима скоростного режима движения.
Ведь максимально разрешенная скорость движения для того или иного участка дороги, то есть для населенного пункта 60, для ненаселенного пункта 90, для автомагистралей 110, а у нас есть участки дорог на скоростной автомобильной дороге М11, где разрешен скоростной режим 130 км в час. То есть в той или иной ситуации есть пункт 10.1. Водитель должен выбирать скорость, исходя из учета целого ряда факторов. Интенсивность дорожного движения, видимость направления движения, состояние транспортного средства и груза и прочее, прочее, прочее. То есть вот пункт 10.1, он говорит о том, что максимально разрешенный скоростной режим, он не всегда может обеспечить вашу безопасность. То есть, ну вы же не поедете по дороге, имеющей наледь, ну вот, произошло обледенение проезжей части моментальное, а вам там разрешено 90. Естественно, вы не будете ехать 90 км в час. Если вы поедете 90, ну, недалеко до беды. Поэтому вот надо учитывать целый ряд факторов. Вот. Новое, вот мы говорили о новом фиксации. Несколько год, наверное, назад мы говорили о том, что фиксируются телефонные разговоры, разговоры по сотовому телефону водителя. Но это Москва и Московская область. Сейчас говорят о том, что будет фиксироваться выброс мусора из автомобиля. Дошло до нашего региона это? Я думаю, что фиксироваться выброс мусора будут устанавливать камеры автоматизированной фото-видеофиксации в местах расположения несанкционированных свалок. Наверное, имеется в виду вот это. Я не думаю. Выброс того же окурка из окна. Это пока об этом речи не идет. Ну да. Да. Об этом не идет. Хотя это фактически загрязнение проезжей части. Но степень общественной опасности, она, собственно, небольшая. Комплексы автоматизированной фото-видеофиксации, они нацелены, вот я как сказал, на выявление тех нарушений, которые являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий. А административные правонарушения, фиксируются ли они, раскрываются ли какие-то правонарушения с помощью этих комплексов? Ну, несомненно, мы работаем с разными службами, с УМВД России по Тверской области, в том числе со службой уголовного розыска, работаем и с другими организациями правоохранительной направленности, тот же Следственный комитет, тот же Управление Федеральной службы безопасности. Работаем, я думаю, что представляем информацию, она используется, конечно, в рамках раскрытия преступления. Ведь можно установить и личность водителя, и угнанный автомобиль, да, который значится в угоне, кража которого совершена. Ну, наряде фотографий, да, можно определить и личность водителя, наряде фотографий. Но, во всяком случае, можно определить транспортное средство, на котором совершалось противоправное деяние. То есть его направление движения и примерное направление розыска этого автомобиля. То есть как-то вот так. То есть получается, что комплексы работают сразу в несколько в комплексе направлений? Да. Все автомобили, которые передвигаются по дорогам Верхневолжья, поддаются, что называется, магии этих комплексов? Или есть такие автомобили, которые пусть едут, что называется, как хотят, и человек, который там находится, он не отвечает ни за что? Ну, фиксируются все автомобили. Второй вопрос – это имеется возможность привлечь человека к административной ответственности или нет? Вот. Ну, беда, наверное, всей Российской Федерации – это прекращенная регистрация. Но, честно говоря, мы работаем в данном направлении. То есть, если человек попадает в нашу орбиту о том, что такая-то автомашина с прекращенной регистрацией регулярно, грубо нарушает требования правил дорожного движения, ставится задача дорожно-патрульной службы, ее в процессе надзора за дорожным движением останавливают. Ну, во-первых, изымают государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортного средства. А это, как правило, человек, который купил автомашину, нарушает, ну, на себя ее на учет ставить не хочет. Вот. Старый владелец прекращает регистрацию транспортного средства, а этот продолжает ездить и нарушать ПДД. Вот буквально недавно у нас сотрудники ОГИБДД в Бирске остановили автомобиль такой. Человек приобрел себе седьмую модель, соответственно, «Жигулей», на учет ее не поставил и грубо нарушал требования правил дорожного движения. Остановили, предоставили нам все документы, взяли объяснение с человека, предоставили все документы необходимые, и мы вынесли на него
дай бог не соврать, наверное, 132 постановления по делу об административном правонарушении. Даже при минимальном штрафе 500 рублей, а там все-таки были и более серьезные превышения скорости, то есть там не только первая часть, там были и более грубые нарушения. Что там говорить, человек в населенном пункте при положенных 60 передвигался со скоростью 130 км в час. Естественно, там штраф будет более серьезной санкции. Вот. Называется, вот человек хотел обмануть закон, да, всех 100, обойти. 132 постановления, по которым у нас не истек срок давности привлечения к административному ответственности. Борис Евгеньевич, совет сразу, пока далеко не ушли, вот таким вот водителям, которые не хотят ставить на учет. Наверное, тут больше будет совет тем, кто продал автомобиль, получает штрафы, соответственно, а недобросовестный новый собственник транспортного средства не ставит ее на учет. Во-первых, изначально сразу прекращайте регистрацию транспортного средства, дабы не получать больше штрафа. Это основная причина жалоб. Я продал автомобиль, новый собственник не ставит. Проверяем, созваниваемся с новым собственником, узнаем, почему не ставит. Если подтверждается информация, естественно, в отношении старого владельца меняем, потому что любые доказательства по делу, доказывать свою невиновность в конкретном случае должен именно собственник транспортного средства, свою невиновность. Не мы должны доказывать его невиновность, а именно он должен предоставлять документы. Мы проверяем все. Если все совпадает, то есть, как говорится, складывается мозаика, отменяем эти постановления. Еще раз говорю, лучше всего перерегистрировать автомобиль сразу. Если в течение 10 дней не перерегистрировали автомобиль сразу, продали. Если в течение 10 дней новый собственник не поставил автомобиль на учет, рекомендую прекратить регистрацию транспортного средства. Это можно сделать без посещения госавтоинспекции через портал госуслуг, приложив все необходимые документы. А вы упомянули жалобы. Вообще много поступает жалоб на работу комплексов? Жалоб много. Я еще раз повторяюсь, как правило, это все-таки я машину продал, новый собственник управлял, нарушил. Это вот 90% жалоб. Если человек не согласен с тем, что вот говорит, я не нарушал, вот это произошла ошибка. Есть такие, куда обращаться, какой алгоритм действий? Во-первых, можно подать жалобу через портал госуслуг. Сейчас реализована эта возможность обжаловать постановления, вынесенные в автоматическом режиме. Во-вторых, можно посетить центр автоматизированной фото-видеофиксации, посмотреть ролик, если таковой формировался, а перекрестки у нас все формируются ролики совершения административного правонарушения. То есть посмотрите ролик, в какой момент вы осуществляли проезд. Перекрестка. Можно посетить центр. Приемные дни у нас понедельник, среда, пятница с 8:30 до 17:30. Перерыв на обед с 13 до 14:00. Пожалуйста, приходите. То есть с каждым случаем разбираетесь? Шестой кабинет, естественно, с каждым случаем мы детально разбираемся. Мне интересно, каким образом информация с установки с камер поступает к вам в центр, и как скоро это обрабатывается, и как быстро письма счастья доходят до счастливых владельцев? Информация с комплексов поступает на сервер по закрытым каналам связи в режиме онлайн. То есть комплекс работает, тут же осуществляется на сервер выгрузка административных правонарушений. Также и выгрузка потока транспортного средства осуществляется. Что потом происходит? Конкретный человек, сотрудник работает с этой информацией? Да. У нас три человека, которые обрабатывают информацию, задействованы для вынесения постановления. У нас есть целый отдел ГКУ ЦУДД, про который я говорил раньше, который, собственно, выставляет передвижные комплексы, которые задействованы на обработке информации. Гигантский материал. Да, гигантский материал, гигантская цифра. Что же делать? Работаем. Вы сказали о цифрах. Если человеку приходит штраф, ваша рекомендация по скорейшей оплате этого штрафа? Есть ли бонусы за то, что он, допустим, в недельный срок оплатил и не стал там дожидаться месяца двух? В течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении, сразу оговорюсь, если это не повторное административное правонарушение. Если не повторное, в течение какого-то времени? В течение 20 дней с момента вынесения постановления штраф оплачивается в размере 50%.
10% от наложенной суммы. Штраф человек должен оплатить в течение 60 дней с момента получения копии, с момента получения копии постановления по делу об административном правонарушении. Вот. Ну, собственно, как-то вот так. Обжаловать тоже в течение 10 дней. То есть получил. Не согласен. Да, не согласен. В течение 10 дней. С момента получения. Да, с момента получения. Это там есть штамп, есть какая-то печать, то есть там все можно это. Мы по номеру почтового отправления мы видим прекрасно, когда было получено постановление. То есть отслеживаем все это через сайт России, можно все посмотреть. Почта России можно посмотреть. Если человек все-таки не желает платить штраф, что? Ну, со злостными плательщиками отдельная работа. В рамках 229-го федерального закона направляем неоплаченные постановления службы судебных приставов, и потом уже сотрудники службы судебных приставов по моим тесным взаимодействиям в этом плане и по злостным неплательщикам тесным взаимодействием вот, уже принимают решение о, соответственно, либо принуждению к оплате штрафа, ну, уже с учетом возбужденного исполнительного производства, либо наложение ареста на какое-то имущество, то есть изъятие имущества какого-то определенного должника. Несколько лет назад, помнится, что была проблема, когда те же самые мобильные передвижные комплексы, ну что тогда было, обкидывали камнями хулиганы. Такое было, что вот приходилось часто менять. Есть ли сейчас, фиксируются ли сейчас такие факты? С передвижными комплексами, ну, последний раз я помню, когда у нас проводилось нашествие, да, был там инцидент, пьяный там пассажир машины из травматического оружия расстрелял, но машина все равно была задержана, потом доставлена на территорию Конаковского ОМВД. Вот, то есть оперативно сработали, по горячим следам все раскрыли. Наверное, больше проблема у нас имеет место со стационарами. Ну, то есть, вот за последние 3-4 года у нас было повреждено вандалами 16 комплексов об административном правонарушении. 16. 17-й, вот буквально недавно, 2 месяца назад, на автодороге М9 Балти, на Оленинской развязке, да, как правило, их расстреливают. Расстреливают, да? Да. Но уже, что называется, приводит в негодность. Нужно менять. Ну, люди не понимают, что сколько ни веревочки не веся, все равно конец найдется. Все равно найдутся люди, кто что-то видел, что-то слышал, где-то кто-то что-то сболтнет, информация все равно пройдет. Вот. И в конце концов придется нести ответственность. Ответственность серьезная. И комплексы – это не дешевое удовольствие. Возмещать ущерб-то правительству все равно придется. Но если расстреливают, значит, мешают. Вот если подводить итог, в целом в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ведь это же одна из составляющих этой программы комплекса. Вы, что называется, вносите свою лепту в безопасность на дорогах. Конечно, у нас в рамках реализации данного проекта количество комплексов на дорогах должно к моменту окончания, какой у нас там, 24-й год. Вот в сравнении с 17-м годом увеличится на 200, более чем на 200%, по-моему, 220%. Вот. Естественно, я еще раз говорю, что это условия дефицита личного состава госавтоинспекции, это, наверное, реальный способ оперативно решать проблемы с аварийностью, то есть ликвидировать очаги аварийности. Другого не дано. Естественно, комплексы, они дисциплинируют. Сейчас лето, пора школьных каникул. Мне бы хотелось от вас услышать советы и взрослым пешеходам, и детям, которые и пешеходам, и водителям, которые сейчас выезжают, уезжают в отпуск, выезжают в лес, в деревни, на дачи. Как обезопасить себя? Что касается безопасности детей, я всегда говорю, ну, совет взрослым. Если проходите мимо, видите, что ребенок находится в опасной ситуации, то есть он не обеспечивает свою безопасность и может как-то пострадать. Не проходите мимо, остановитесь, ну, поговорите с ребенком, объясните, что так делать нельзя. Чужих детей не бывает. Я говорю это постоянно, потому что, ну, у самого есть и дети, и внуки. Вот, я никогда не пройду мимо, если вижу, что
ребенок находится в опасной ситуации. Во-вторых, даже если вы отправили ребенка за город, интересуйтесь, чем он там занимается. Чем он там занимается? Может быть, он с друзьями где-то катается на мотоциклах. А мотоцикл – это, ну, источник повышенной опасности, то есть повышенный риск травмирования. То есть думайте. Вот. Не забывайте периодически повторять с детьми основы безопасности дорожного движения, основы безопасного поведения на дорогах и улицах. Что касается, наверное, всех пешеходов, я бы настоятельно рекомендовал использовать на элементах одежды светоотражающие предметы. Ну, о чем мы много раз говорим уже, да, постоянно. Я говорю постоянно, это значительно повышает ваш уровень безопасности. Даже если вы упали на дороге, вы будете видны водителю транспортного средства. Вы будете видны, причем, ну, на том расстоянии, на котором он сможет принять решение и остановить свой автомобиль для того, чтобы не совершить на вас наезд. Вот. Ну и переходите дорогу исключительно в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Либо по пешеходным переходам, если вблизи отсутствует пешеходный переход под прямым углом проезжей части при отсутствии сплошной линии дорожной разметки, убедившись, что слева и справа от вас, соответственно, нет приближающихся автомобилей. Вот. Ну, основной совет водителям? Основной совет водителям – соблюдайте скоростной режим, повторите пункт 10.1 правил дорожного движения. И опять же, вернусь к началу нашего диалога о том, что 10.1, наверное, является догмой для всех ситуаций. То есть думайте про то, с какой скоростью вам двигаться. Максимально разрешенная скорость, она не всегда может обеспечить вашу безопасность. Вот. Все зависит от состояния дороги, от интенсивности транспортного потока, ну и целого ряда других факторов. Вот. Соблюдайте правила дорожного движения, ни в коем разе не садитесь за руль, находясь в состоянии опьянения. Это, как правило, это очень тяжкие дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей. Спасибо огромное. Надеюсь, что к вашим советам прислушаются, в очередной раз прислушаются водители региона и гости Верхнего Волжья. И напоминаю, что сегодня у меня в гостях был полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений ГИБДД ОМВД России по Тверской области Борис Царицын. Борис Евгеньевич, спасибо. Будьте здоровы. Уважаемые друзья, всего вам доброго. Хороших летних дней. Всего доброго. До свидания.